Добрый день, с вами Дивная Лока. И сегодня хотел небольшое видео снять про папайю по сортам. Сейчас у нас вот конец февраля, уже вот-вот и весна наступает календарная. На улице 10, температура плюс и выше. Вот, и у нас вот такие вот прекрасные сорта папайи. Вот первое — это вьетнамская желтая. Вот видим, у нее вот такая форма плода. Интересная. Вот это вторая, это индийская. Тоже культовый сорт в Индии, номер один. Это вот самый северный сорт, где в предгорье Гималаев растения выдерживают до минус 3 градусов. Мы сами лично проверили. Вот такая форма плодов. Бывает до 3,5 килограмм плоды. Вот. Это перуанская, такая круглая, с пимпочкой. Это один из самых вкусных сортов, которые папайя есть, которые мы выращиваем. И сейчас у нас появился еще новый сорт, это гавайская папайя. Это вот у нас первый год, вот так вот созрел пока первый плод. Попробуем, разрежем, покажем, что он из себя представляет. Дерево очень хорошо плодоносит. Но вот только начинают созревать первые плоды. Будем пробовать. Потом расскажем. Вот такие вот у нас папайи. Вот у нас тут еще папайи. Тут и индийская, и перуанская тоже. Так что папайю круглый год можно собирать. Это уникальное растение. Всем рекомендуем, если у вас есть теплица, дома, зимний сад, и балкон просторный, солнечный, сажайте папайю. Папайя любит жару, не бойтесь на южной стороне сажать, она любит солнце, прямо хорошо будет расти. Всем доброго дня, спасибо.